Все автомобили ехали в одно направление друг за другом. По всей видимости, скорость потока машин не устраивала владельца Мазды. Он решил всех обогнать. Но маневр оказался довольно опасным, ведь расстояние до встречного транспорта было слишком маленьким. Видимо, увидел то, что я объезжаю, опережаю, и резко начал останавливаться, и тот его догнал, получается, сзади, идущий автомобиль. Смотрите, фактически, получается, вы резать его начали, что ли? Нет. Нет? Ну, перестраивался на эту полосу, на правую? Или по своей ехали? Не, по своей, вот, ехал. Я нажимал несколько раз по тормозам, потому что говорю. Ты испугался же, вроде, да, как это? Ну, Мазда на меня, можно сказать, это потянуло. Я испугался, начал тормозить потихоньку. Как только водитель 15-й нажал на тормоза, в него влетела 14-я «Лада». Ни одна из отечественных машин «Мазду» не задела, поэтому, по идее, доказать, что именно владелец иномарки создал аварийную ситуацию, будет сложно. Вы своей вины не чувствуете? Нет. В чем вина? Здесь «Мазда» должна быть виновата, получается. Ну как? Где-то уже инспектор решат, кто виноват, кто не виноват. Самое серьезное повреждение получила 14-я модель. Ее владелец все-таки до последнего надеется, что виновным его не признает, ведь нет никакого желания оплачивать дорогостоящий капитальный ремонт своего авто. Равиль Сайганов, Альберт Доминов, Эфир 24.